Добрый день, дорогие друзья! Будем делать огурцы в томатном соусе. У меня 2 литра томатного сока, помидорного, свежевыжатого. Примерно 3 килограмма огурцов. 3 штучки болгарского перца. 3 штучки чеснока. Растительного масла 6 столовых ложек, 180 миллилитров 9% уксуса, 2 столовых ложки соли, 6 столовых ложек сахара, ну и на глаз черного перца. Сейчас мы делаем так. Перец, соль, сахар, растительное масло, болгарский перец и уксус. Все это выливаем и ставим на огонь. Сейчас это будет вариться с момента закипания минут 5-10. В общем, как закипит, я сюда складываю огурцы. И буду тушить также минут 10, как они поменяют цвет. В это время у меня стерилизуются банки. Из оставшегося сока я буду делать томатный сок. Ждем закипания. Вот у нас томат прокипел. Мы добавили сюда огурцы с чесноком. Вот оно уже кипит у меня 5 минут. Сейчас еще 5 минут покипит. И я буду разливать по баночкам. Будет у нас такой необычный салат. В этом году у меня опыты только с огурцами. А здесь у нас будет томатный сок. Будем также варить томатный сок с остатков помидор. Тут у меня 4 литра. Сейчас они у меня закипят. Я добавлю на каждый литр, наверное, столовую, может, 1,5 ложки соли. Буду пробовать. На 4 литра пока положу ложек 5-6 соли. На вкус попробую и разолью по банкам. Больше я туда экспериментировать, сыпать ничего не буду. Только вот соль. Так, вот столько у меня получилось огурчиков. Такие вот они. И столько соку. Сейчас это все под одеяло и до полного остывания. А зимой будем пробовать. Как-то так.